Добрый день, с вами Дина Краснова, и в сегодняшнем видео я хочу рассказать, как сделать расчет единовременного пособия по рождению ребенка в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0. Для того, чтобы сделать расчет пособия, нам нужно сначала добавить новое начисление. Для этого мы переходим на закладку «Сотрудники и зарплата» и в разделе «Справочники и настройки» выбираем «Начисления». Здесь мы создаем новое начисление, нажимаем на кнопку «Создать». Начисление у нас так и будет называться «Единовременное пособие за счет ФСС». Далее здесь нам нужно указать его код. Убираем НДФЛ, потому что у нас НДФЛ не будет. Убираем вид начисления по статье 255. И вот здесь вот нам нужно выбрать пункт «Государственные пособия обязательного социального страхования, выплачиваемые за счет ФСС». Далее нам нужно задать способ отражения пособия. Здесь у нас тоже нету способа, создаем новый. Способ будет называться «Расходы по страхованию». И здесь будет счет 69.01. Вид платежа в бюджет «Расходы по страхованию». Нажимаем «Записать и закрыть». Выбираем «Расходы по страхованию» в документ. И здесь тоже нажимаем «Записать и закрыть». Вот мы создали новое единовременное пособие за счет ФСС. Теперь нам нужно сделать начисление этого пособия. Начисление мы будем делать при помощи документа «Начисление заработной платы». Тоже на закладке «Сотрудники и зарплаты» в разделе «Зарплата» находится документ. Создаем новый документ. Здесь мы с вами будем все вручную заполнять. Для этого нажимаем на кнопку «Добавить». Выбираем сотрудника, которому будет начисляться пособие. Указываем подразделение и указываем начисление единовременное пособие за счет ФСС. Сумму пособия нужно указывать тоже вручную. В 2013 году она составляет 13 087 рублей 61 копейку. После этого проведем документ. Посмотрим проводки. Вот у нас сформировалась проводка 69.70 на сумму пособия. И для того, чтобы данная сумма отразилась в регламентированной отчетности, нам нужно также заполнить документ, который называется «Операции учета по страховым взносам». Находится он в разделе «Страховые взносы» на закладке «Сотрудники зарплаты». Таков порядок начисления единовременного пособия по рождению ребенка в программе 1С Бухгалтерия 8 редакция 3.0. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Exile.